Открыли Академию единоборств. В этом комплексе круглогодичную подготовку будут проходить сборные России по дзюдо и самбо. В церемонии открытия приняли участие министр спорта России Олег Матыцын, легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, глава Национального олимпийского комитета Станислав Поздняков и многие прославленные российские спортсмены. У нас тут запланировано, со следующего квартала мы сюда заезжаем. И наши спортсмены здесь будут находиться все время. То есть будут и сборные команды основные, и резерв будет тоже здесь находиться. А также здесь будут находиться наши проекты, проекты развития. Дошкольное, школьное, семейное, дзюдо. То, во что мы вкладываем сейчас основные наши все силы. И мы верим, что, конечно, это даст плоды. Академия единоборств появилась на базе бывшей арены для кёрлинга «Ледяной куб». Олег Матыцын уже назвал новую академию примером эффективного использования олимпийского наследия, а также отметил активное развитие спорта на федеральной территории «Сириус». Потому что это одно из самых востребованных спортивных направлений у детей федеральной территории. И, конечно, он в такой же логике будет развиваться, когда очень высокого уровня тренеры работать будут здесь, национального и международного уровня соревнования будут проходить здесь. Причем мы надеемся, что все больше и больше будет соревнований студенческих, молодежных, школьных. И, конечно, наши дети федеральной территории, они уже присутствуют на татами, и они будут присутствовать, конечно, на всех уровнях спортивной подготовки, потому что все больше и больше и мальчиков, и девочек федеральной территории хочет заниматься и дзюдо.